Как же стрёмно ты просыпаешься. Что могу сказать? Я побегал только что. Пробовал позаписывать нашего босса. Там есть вентили. Эти вентили нужно прокрутить. И потом, когда будут все, я так понимаю, зеленые лампочки, нужно нажать на вот так, на рычаг, и что-то должно произойти. Я поставил все зеленые. У меня рычаг завис, и потом у меня просто робот завис вот этот вот. И все. И больше ничего не происходило. Ну, либо я вообще не понимаю, что нам нужно в этой игре делать. Ладно, давайте попробуем еще раз. Просто нам нужно добиться перегруза. Так, я пропустил касцену, чтобы быстрее было. Нам просто нужно добиться перегруза. А это сделать либо красными, либо какими лампочками, я так и не понял. Так. Хорошо, куда пройти? Куда бежать? Алло, Вера. Так. Повысить давление. Вот, повысить давление, но по идее, когда повышаешь давление, вот эта вот штука идет, правильно? По логике вещей, то должна стрелочка показывать туда. Так, все, до побачения. Так, что здесь? Повысить давление. Не, не туда. Все, хорошо. Нет, 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 нет. Ой, как же долго крутить это колесо гребаное. Зачем они так сделали? Просто зажми F, я не знаю, либо еще что-нибудь. Оно вообще его не крутит. Да, давай, просыпайся. Ага. Давай пробовать еще раз. Нужно повысить давление. Хорошо. Иди сюда. Так, хорошо. Понеслась. Пропустить и... И побежали. Так, отлично. Так, повысить давление. Значит, нам нужно крутить... Крутить, я сказал. В эту вот сторону. Да, давление повышено, по идее. Как и у меня сейчас. Сильно повышено давление. Так, ты кто? Повысить давление. Значит, нам... Не, в другую сторону. О, отлично. Отлично, отлично. Сейчас, значит, нам нужно сюда. Так, повысить давление. Значит, в эту сторону. Все. Уходим, 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 уходим. И тут повысить давление. Не, в другую сторону. Пожалуйста. Ну, вот видишь, оно вообще не хочет. Все, теперь, по идее, нам нужно дернуть рычаг. Если не ошибаюсь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как страшно. Какой злой робот. Ага. А, ты мухлюешь, да? Так, успею дернуть. Во. Ты чего? Алло. Ты почему не откис? Ну я же все сделал так, как надо. Да неужели? Так? Шикарно. Наконец-то мы с вами это сделали. Так, давай еще раз. Ну, забери меч. Алло. Во. Получи.
Как говорится, донде стали библиотека. Блин, ну это жестко. Это реально жестко. Да неужели мы с вами справились? Шикарно. Блин, это достойный лайкосика, отвечаю. Так, забрать трофей. Больной мозг. Все, шикарно. А это, по-моему, тот меч, нож, что это такое? Тот, что был в начале игры, который над этим у нас в комнате висел, если я не ошибаюсь. Так, глава третья, боль. Надеюсь, это уже финал или не? Или еще будет пару серий? Интересно. Угу. Ой. Мы опять проснулись в этой кровати, да? Прикольненько, прикольненько. Самое интересное, каждый раз мы здесь просыпаемся. Каждый раз нам нужно заново что-то искать. Так, давай смотреть, задача. Найди причину отключения электричества. Проще сказать, чем сделать, да? О, этого не было. Ты почти починил его. Хорошо. О, солдатик вернулся. Картина. Вот тут у нас этот нож лежал, который мы монстры только что мэкнули. Ладно, идемте искать причину отключения электричества. Так, а ну. А ты кто? Кто? Понял. Прикольно. Дверь комнаты брата заперта. Но это точно... Кто-то видел. Угу. Помогите мне, пожалуйста. Воля! Липный чердак, похоже, совсем новый. Интересно. Интересно, что наверху. А давай спустимся и посмотрим. У нас теперь лифт работает. Да? Только я ничего не вижу, куда идти. Ага, вот. Давай, открываем. Ключ от кладовки. Ключ от двери кладовки. Какой кладовки? Интересно, от какой кладовки? А, все? Прикольно. Покатались. Жесть. Может, нам не надо было это делать? Я, конечно, не уверен, но походу не надо было, да, это делать. Так, искаженный голос кричит. В, чтобы встать. Встаем. У нас еще и в ушах заложило, да? Все, давай, приходи в себя. Шикарно, шикарно, только плохо, что у нас нету фонарика. Ну и ладно, ладно. Может, тут что-то будет. Так, алло, алло. Кто звонит? Проснись. Просыпайся. Ты должен прийти в себя. Окей. Хорошо. Я проснулся. Ладно, идем дальше. Так, открыть. Кто-то кричит. Кто-то где-то кричит. Ну, я так понимаю, здесь можно не бегать в поисках лута, правильно?
Здесь его нету. Я, наверное, столько ключей пропустил, потому что еще столько дверей закрытых. Так, наверх и... где-то тут. Угу, нам нужен ключик. А тут... о, а здесь мы можем открыть. Отлично, можно ли подпалить? Можно. Ага. Понял. Все, шикарно. Можно еще чуть-чуть. Спасибо, пожалуйста. Так, тут мы пригнемся. Давай. Ящик не подталкивается. Why? Why, man? Why? Так, хорошо. Что это такое? Иголка с ниткой. Кожа и волосы. Тебе становится тошно. Так, где вам Мария? Она кажется очень печальной. Я знаю, что не могу простить... а, просить за обоих. Я хочу, чтобы Йоханнес выжил. Я выбираю его. Прошу, прими Пауля в свое царство небесное. Он хороший, добрый мальчик. Я отрезаю плоть кукушонка. Отрезаю его от жизни, чтобы вместо него мог жить Йохан. Прошу тебя, Господи. Помоги мне, верни моего Йохана. Йохан, Йонаханс, понятно. Увидев его, Господь исполнился жалостью к ней и сказал: «Не плачь». Он подошел и дотронулся до гроба. Люди, которые несли гроб, остановились, и он сказал: «Юноше, тебе говорю, встань». И мертвый сел и стал говорить. И так Иисус вернул юношу его матери. Ага, так значит нас конкретно этого персонажа вернули, я так понимаю, да? Из-за этого типа у нас белка такая. О, падла, отстань от меня, отстань, ну, пожалуйста. Так, ключ, от чего ключ? Ключ от синей двери найден. Если бы я еще знал бы, что это за синяя дверь. Было бы вообще хорошо. Так, что такая синяя? Кто такая? Что такая? Так, черепа из германской и западной Африки. Для дальнейших научных изысканий могут использованы в качестве объектов исследования. Прикольно, прикольно жить, наверное, с такими больными... шизофрениками. Так. Это кто? Наклейка транспортной компании. Хорошо. Здесь мы можем выйти. И теперь у нас есть два ключа. От синей двери и от... от кладовки, по-моему, какой-то. Так, синяя дверь. Это не ты? Не, это не ты, синяя дверь, да? Так, давай смотреть задачи. Используй ключом, чтобы открыть синюю дверь. Где она? Где эта синяя дверь? Это не синяя? Не? Давай смотреть, где находится синяя дверь. Может, это не буквально, типа, что оно... окрашены в синее. Или конкретно синее. Так, что у нас тут? Что у нас тут? А. Здесь я еще не был. Так, и что? И что это нам дало? Ага, понял. Вот выход. Блин, а вы не помните? Ага, вот она, да? Да. Хотел сказать, вы не помните, где был вход на чердак? Может, и там открылась? Так, давай смотреть. Так, в ту ночь, когда ты их застал, он не улыбался. 22. Так, 22, хорошо.
Надо будет запомнить, может, это пароль какой-то. Так, ты кто? Так, здесь не нам не надо. А здесь что у нас? Напоминание тебе о детстве. Хорошо. Поджечь. Давай посмотрим. Отец, ты отказался от меня не из-за этой ночи на чердаке, а потому что я не соглашусь жить в оковы в этой семье. Если бы тебе хватило смелости выпустить против собственного отца... выступить против собственного отца, маме не пришлось бы так страдать. Ты предан только одному человеку, но он уже мертв. Этим домом правит мертвец, и его дух пронизывает каждый кирпич здесь. Я собираю вещи и ухожу. Скоро ты от меня избавишься. Я лучше уйду на войну, чем останусь в этом проклятом доме. Ага, понял. Так. Когда война закончится, мы обязательно проведем нашу выставку. Она будет прекраснее, чем когда-либо. Я получила твои эскизы для нашей... Хорошо, береги себя, солдат. Так. Значит, это все из-за отца, да, мы ушли? Понятненько. Так, тут ничего нету, есть. Так, бонжур. Ты кто? Ты здесь? А ты? Не могу заснуть. Мне приснился кошмар. Хорошо, затащи, собери картины Йохана и открой их тайну. Очень страшно. Так. Ключ, картина. Картина. Ну там было 22 что-то написано, да? Ладно, давай. Давай попробуем еще раз воспользоваться лифтом. Ничего не происходит. Так, я не хочу сюда ходить никогда. Это мой дом. А теперь давайте попробуем. Ничего не происходит. Блин, а где там был вход на чердак, не помните? Так, ну конечно, я понял, теперь все складывается. Так, и что там складывается у тебя? Просто уходи. Предатель, уходи, дверь закрой. Так, убирайся отсюда, чертов предатель. Ты просто злись, а потому что у меня получилось. А у тебя нет, убирайся отсюда, давай. Иди и сдохни. Так, как же ж подняться мне на чердак? Закрыто, здесь мы были. Столько входов и выходов, и я уже реально не помню. Ага, а этого не было. Уже реально не помню, как пройти нам на чердак. Хорошо, ладно, давай попробуем. В эту сторону. Давай, кажется, попробуем в эту сторону. По-моему, нам не нужно сейчас выйти в этот в холл, подняться на второй этаж и либо правая. Ой-ё. Угу. Бонжур. Так, синий голубь Берлин. Анну Эмиль. Брауэр Дэвид. Понял, спасибо. Все сразу стало понятней. Так, мне нужно пройти на... Ой, извините, я пройду на второй этаж. По-моему, какая-то из этих дверей должна вести на чердак. Если я, конечно, не ошибаюсь. Но? Так, по-моему, сейчас нужно будет спуститься вниз. И куда-то пройти. Так, бонжур.
Ага, а вниз я спуститься уже не могу. Угу, прикольно, а мне вниз нужно. По-моему, там где-то вот, дверка какая-то ведет на чердак, либо здесь ведет на чердак. Так, тут закрыто, а здесь... А здесь мы не были, по-моему. Как же все запутано. Так, ага, мы можем вниз спуститься. И что это нам дает? Дает это нам ровным счетом ничего, да? А здесь раньше закрыто было. Вот тут эти стояли, как его, лавочки. Так, печально. Смотри, 22.8. Словно знает, какая судьба вас ждет. Так, 22.8, хорошо, задача. Берите картины, блин, это мне сейчас картины все собирать. 4, 22.8, 4. Ладно, все еще надо собрать. Хотя бы написали, сколько картин, 1, 5, там, 16, я не знаю. Так, ну тут закрыто, хорошо. Окей, окей, окей. Собрать картину, так собрать картину. Алло? Приди в себя. Ты видишь сон? Слышишь меня? Слышу, слышу. Так, приди в себя, ты слышишь сон. Хорошо. Давай смотреть. Тут у нас ничего, значит нам сюда, да? Ну, по логике вещей, да, тоже надо забрать. Там 22, 8 что-то было и 4 вроде бы. Так, здесь у нас окно. Здесь окно. Здесь мы, по-моему, читали записку. Закрыто. Окиюшки. И последняя дверка. Открыть. Ага, и мы вернулись. И чего? И что? И кто кого? Кто кого? Это мне сейчас нужно по всему дому ходить картины искать, да? Я сейчас по-любому заблужусь. Вот стопудово. Так, подпалить. Здесь мы были, а туда мы пришли. Сюда и пройти нельзя. Хорошо. А ну? И тут закрыто. Так, а тут тоже замок нужен. Окей, ладно. Давайте бродить. Это ж так прикольно в хорроре. Бродить туда-сюда. Прям так. Так, возвращаемся. Это не то. Здесь картины. Нет. Нету, нету. Вот кое-то мы видели. Блин, у нас еще два ключика от чего-то есть. Может, тут я где-то еще картину упустил? Или не, или мы... Или мы все собрали? Или мы полностью все собрали? Вот не понимаю реально вот такие моменты, когда нужно вот это что-то искать, кого искать, что искать. Ну хотя бы написали, что собери там 6 картин, чтобы понять там то-то, то-то. Не, надо вот это. Вот, а можно мне сюда пройти? Конечно же нельзя. Конечно же нельзя. Так, здесь мы уже были. И здесь, по-моему, да, были? Там завалено, а здесь... Хорошо. Здесь еще закрыто. И что нам делать? Подскажите. Кого искать и где его искать? Так, картина. Ты где?
тут закрыто, да? Тоже закрыто. И туда закрыто. Или ты не хочешь, чтобы открыть? Я не могу понять, оно... Замок этот реагирует на меня или не? Или он просто... Просто закрыт. Окей, ладно. Ты картина? Картина, но не та, что нам надо. А здесь больше ничего нету. Хорошо, а ты? А ты не хочешь ничего нам давать. Ладно, ладно. И что, назад бежать? Блин, я думал, это как-то быстрее пойдет все. Реально думал, что это как-то все быстрее пойдет. Здесь мы были, здесь закрыто. Здесь мы тоже были. Так, дай. Налево, направо, направо, налево. Почему здесь все с сеткой заколочено? Почему ты закрыт? Ты что, их выбить не можешь, эти двери? Не знаю, если бы за мной бы бегал бы монстр, я бы, наверное, эти двери выбил бы. Секунд за 5, наверное. Если не быстрее. Так, закрыто, закрыто. Картина это не та. Где мне их найти? Я без понятия. Так, а если мы спустимся вниз и посмотрим? И посмотрим, может тут что-то... Что-то есть, что-то мы забыли, да? Дедушка, почему дикарей там держат? Так, назидание, да? They charged into our machine gun fire, screaming like madmen and waving their primitive spears. They fell like flies in their hundreds. Pride without cause is idiocy, pure and smooth. Remember that. You're not like them. Your blood and your heritage give you something to be proud of. Leave the dying to the idiots. Сильно много текста, дед. Даже не стал его и читать. Реально сильно много, и он нам сейчас тут никак не поможет. Так, давай смотреть. Давай смотреть. Может, реально нужно назад просто вернуться. Тут закрыто. Так, у меня такое чувство, что он не бегает, чисто ногами шоркает. Проснись, хорошо. Да проснулся, проснулся, стань. Так, бегим назад. Ничего не происходит, да? Так, шо? И шо нужно? Почему ручка не дергается? Или я не могу ее повернуть ни туда, ни сюда. Короче, не могу, да? Хотя я вроде свет включил. Я должен ручку повернуть или не? Или... Или так, так не работает? Ну смотри, ребят, я кручу. Туда-сюда, сюда-туда. И она не хочет. Она заела. Ладно, ладно. Значит, эта серия будет о том, как мы просто с вами ходим. Так. Картина. Повернуть, приблизить, тлить. Закрыть инвентарь. Ну...
что-то сделали, не сделали, моя тайна. Так, на древо матери моей одни и те же смотрят лица, но одному доверил я секрет, и с ним он сохранится. Может, мне маску надо найти какую-то, типа вот такую. А может и нет. Может и нет, не знаю. Но лифт не работает, видели, я пытался его тыркать. Но он сказал, что он не хочет. Кажется, он проснулся и не хочет. Так. Что здесь есть? Ага, а здесь? Понял. Блин, так тупо, уже финал должен быть, а мы все с вами ходим, ищем. Непонятно что, непонятно кого. Разгадай тайны. А здесь что-то лежит. Не. Алло, ребят, может кто-то не спит? Не подскажете мне, что мне тут делать нужно? Алло. Алло. Алло, алло. Да-да-да, я понял. Крыса, молодец. Так. Давай тут посмотрим и попробуем туда сбегать. Ну, по-моему, тут закрыто, да? Да, тут закрыто. Ладно, ладно. Бедолага, он так дышит тяжело, что мне же самому тяжело. Сам начинаю задыхаться. Блин, а как мне вниз спуститься? Или никак? Да, мне, наверное, сюда и не надо. Или надо. Просто раньше здесь можно было пройти через вот эту вот штуку. Сейчас это все... Только не ври, что ты не можешь отодвинуть эту вот тележку. Ну, не прикалывайся. Ну, алло. Ты монстра победил, а тележку ты не можешь отодвинуть. Так, они нашли моего Йоханса. Сердце от радости разрывается. Он уже в Любеке и скоро будет здесь. Я убралась в большой комнате на чердаке, чтобы ему было уютно. Плю ему краски и холсты. На чердаке, хорошо. А как мне попасть на чердак? Как мне пройти на чердак? Кто мне скажет? Кто покажет, кто подскажет, как пройти мне на чердак? Так, ну тут мы с вами были, да? Да, мы здесь вон картину нашли. Хорошо, ладно, давайте искать чердак. Но на чердак, по-моему, вход был либо там, где закрытые двери были на втором этаже, либо мы через камин проходили. А нет, вот чердак. Так. Так, я отказываюсь подниматься на чердак. Весь этот вой, стук. Просто невыносимо, не говоря уж запахи. Просыпайся, солдат. Понял. А вот и чердак, ребят. Угу. А у нас нету ключика, да? Ключик от двери. Ключик от кладовки. А вот какой кладовки. Этот ключик. Мне нужно вот сюда попасть. Ну от какой кладовки? Ну игра, ну не прикалывайся, ну пожалуйста. Ну не беси меня. От какой хрёбаной кладовки? Где эта кладовка? Ну, то есть вы поняли, нам нужно попасть туда на чердак. Как это сделать? И где находится кладовка? Какая кладовка? Что за кладовка?
Ты кладовка, либо ты не кладовка. Кто из них кладовка? Так, ой. Больно в ноге. Ладно, давайте искать кладовку. Так. Так, ты шо, лед вихать могу? Прикольно, прикольно. А может мне надо... Алло? Может мне маску надо взять? Да ты шо? У меня нет ничего особенного. Ага. Ладно, ладно. Не-не-не, назад, 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 пожалуйста. Так. А в тебе? Есть ли тут еще? Если тут еще что-то. Так. 20. Какой там было? Картина 22. 8-4, да? Оно, оно. Так, 22 84. Во, открыть. Не. Не оно. Почему? Ну пойди ж. В ночь, когда ты их застал, они не улыбались. Ну, 22. Восьмерка и четверка. Хорошо, если 4, 8, 22. 8, 22. Ладно. Так, ребят, давайте, наверное, мы в следующей серии с вами продолжим. Тем более уже 40 минут видоса. Как раз с этого момента попробуем отдать этот шифр. Я хочу посмотреть, есть ли на другой стороне такая же самая штука, как и здесь. С лестницами. Да, и здесь есть, смотри. Прикольно, прикольно. А где тут лестница была? А здесь лестницы нету. То есть мне нужно будет сейчас лестницу двигать прямо аж до этого момента или нет? Или нет? Или не надо? Блин, нам до этих бы, да, еще штук надо будет попасть. Я так думаю. Ладно, в следующей серии уже разберемся. Все, всем спасибо за просмотр. Не забывай, если ты уже досмотрел до этого момента, то поставь лайкосик и подпишись на канал. Все. Всем пока-пока.